Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 111 на странице 50 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакина. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы. Укажите род имен прилагательных. Праздничный день. Праздничный, непроизносимое «д». День какой? Праздничный. Мужской род. Запишите данное словосочетание во множественном числе, выделите окончание имен прилагательных. Праздничные. Дни. Шоссейная дорога. Шоссейная. Женский род. Дорога. Шоссейные. Дороги. Интересное дело. Интерес. Не проверяем бездарное гласное. Дело какое? Интересное. Средний род. Интересные дела. Утренний ветерок. Ветерок какой? Утренний. Мужской род. Ветер. Бездарное гласное. И вторая непроверяемая бездарная гласная «е». Утреннее ветерки. Праздничное окончание «ые», шоссейный «ые», интересный «ые», утренний «ие». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.